Дорогие мои друзья, рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня мне захотелось себе сварить супчик. И я хочу сварить такой немецкий рецепт. Он называется Eintopf. Это, наверное, как сборный суп. Или, ну, короче, все в одну кастрюлю. И вот такой суп. Это немецкий рецепт. Ну и для этого я вот купила фарш. Здесь у меня свиной 500 грамм. Потом я купила вот такой каттеншинкен, это бекон. Ну, вы можете взять сало, можете что угодно, можете вообще как бы не взять. Это, значит, потом я вот такой набор, суповой набор взяла. Здесь у меня сельдерей, вот корень сельдерея, петрушка, порей лук. Ну и морковка. Ну, морковку можете добавлять. Кто на строгом, как сказать, придерживается строгой какие-то диеты, может морковку не добавлять. Кто на низкоуглеводном, то морковку, значит, можно. И, значит, для еще вот лук. Здесь у меня грамм 60, наверное, у меня уже заморожен такой лук. Я всегда заказываю. Потом паприка тоже где-то грамм 50-60. Зеленый горошек. Короче, все, что у меня находится в морозилке, то я и взяла. Здесь у меня, значит, полкилограмма брокколи. Здесь у меня цветная капуста. Вот. И вот такой шпицкёль называется. Ну, не знаю, как он по-русски называется. Вот еще здесь полкилограмма. Ну, еще у меня, значит, томаты. Воду или можете бульон взять. Я просто возьму воду. Ну и соль, перец и приправы. Ну и начнем. Сейчас мы перейдем к печке. Вот мы перешли к печке. Значит, кастрюльку. Я все буду делать в одной кастрюльке. Значит, я вот свиной. У меня такой есть жир свиной. Я его сюда отправлю. И сюда же я отправлю сейчас наш фарш. Сейчас мы фарш посолим, поперчим. Сейчас маленечко обжарится, и мы добавим свой лучок. Ну вот, как всегда, начала готовить. У меня у камеры села батарейка. Теперь я буду снимать с телефона. Ну, в общем, вот так фарш у нас поджаривается. Сейчас мы сюда бросим наш лучок. Морковку. И будем дальше обжаривать. Ну вот, лучок и морковочка маленечко обжарились, но я еще буду обжаривать. И теперь я высыплю сюда мои вот этот бекон. Как я уже сказала, вы можете сальце себе нарезать с мяском. Я думаю, что у многих есть. И вот продолжаем, значит, дальше обжаривать. Ну вот, я фарш свой обжарила с лучком, с морковкой и с бекончиком. И вот сверху я теперь выложила все свои овощи. Я все это залью водой. И вот как бы в рецепте стоит 1,5 литра. Но я буду смотреть по своему, как сказать, ощущению, как я хочу суп, чтобы у меня такой жидкий или густой был. Ну, вообще, наварила бадью, это где-то на 6 персон. Ну, придется замораживать, потом покажу, как я буду замораживать. Ну, вот, наливаем наши водички. Ну и теперь будем варить. Ну вот, мой супчик начинает закипать. Я попробовала уже. Получается очень вкусно. Сейчас мы еще добавим
Вот у меня здесь бульончик овощной. Вот я одну такую таблеточку добавлю. И у меня соль, перец я уже добавляла. И у меня вот такие хмели-сунели. Это тоже для мяса, для мясного. И я тоже много не буду, чуть-чуть. Вот так. Вот сейчас. Минут 10-15 покипит. Дольше не надо, потому что овощи не надо, чтобы они были переваренные. А мясо уже как бы хорошо обжаренное. Ну вот так. Ну вот, мой супчик готов. Я себе добавила еще маленечко. Вот у меня лимонный сок я капельку добавила. И добавила себе вот горчицу. И сейчас мы попробуем. Вкуснятина. Сейчас я еще сюда добавлю сметанки. И будет вообще вкусно. Такой свеженький, освежающий супчик. Приятного аппетита вам и мне. Готовьте со мной, кушайте со мной. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Я очень рада вашему общению. Пока-пока. До встречи!